в море вода синяя-синяя, как лепестки самых красивых васильков, и прозрачная-прозрачная, как самое чистое стекло. Только очень глубока, так глубока, что никакого якорного каната не хватит. Много колоколен нужно сложить одну на другую, тогда только верхняя выглянет на поверхность. Там на дне живет подводный народ. Только не подумайте, что дно голое, один только белый песок. Нет, там растут невиданные деревья и цветы с такими гибкими листьями и стеблями, что они шевелятся от малейшего движения воды. А между ветвями снуют рыбы, большие и маленькие, так же, как и у нас, наверху. В самом глубоком месте стоит дворец морского царя. Стены его из кораллов, высокие стрельчатые окна из самого чистого янтаря, а крыша сплошь раковины. Они то открываются, то закрываются, смотря по тому, прилив или отлив. И это очень красиво, ведь в каждой из них лежат сияющие жемчужины. Одна единственная была бы украшением в короне королевы. Царь морской давным-давно овдовел, и хозяйством у него заправляла старуха-мать. Женщина умная, но только уж больно гордившаяся своей родовитостью. На хвосте она носила целых 12 устриц, тогда, когда другим вельможам полагалось всего 6. В остальном же она заслуживала всяческой похвалы, особенно потому, что души не чаяла в своих внучках, принцессах. Их было 6. Все прихорошенькие. Но милее всех была самая младшая. С кожей чистой и нежной, как лепесток розы, и глазами синими и глубокими, как само море. Только у нее, как у остальных, ног не было. А вместо них был хвост, как у рыбы. Странное дитя была эта русалочка, тихая, задумчивая. Другие сестры украшали себя разными разностями, которые они находили на потонувших кораблях. А она только и любила, что цветы ярко-красные, как солнце там, наверху. Да еще красивую мраморную статую. Это был прекрасный мальчик, высеченный из чистого белого камня и спустившийся на дно во время кораблекрушения. Больше всего русалочка любила слушать рассказы о мире людей. Там, наверху, старой бабушке пришлось рассказать ей все, что она знала о кораблях и городах, о людях и животных. Особенно необычайным и чудесным казалось русалочке то, что цветы на земле пахнут. Не то, что на дне морском. Леса там зеленые, а рыбы среди ветвей поют так громко и красиво, что просто заслушаешься. Рыбами бабушка называла птиц, иначе внучки не поняли бы ее. Они ведь никогда не видели птиц. «Когда вам исполнится 15 лет, — говорила бабушка, — вам дозволят всплывать на поверхность, сидеть в лунном свете на скалах
и наблюдать за плывущими мимо огромными кораблями, лесами, городами. Ни одну из сестер не тянула так на поверхность, как самую младшую, тихую, задумчивую русалочку, которой приходилось ждать дольше всех. Ночь за ночью проводила она у открытого окна и все смотрела вверх сквозь темно-синюю воду, в которой плескали хвостами и плавниками рыбы, и ей впору было заплакать. Но русалочкам не дано слез, и от этого ей было еще больше. Наконец, ей исполнилось 15 лет. «Ну вот, вырастили тебя», — сказала бабушка. «Поди-ка сюда, я украшу тебя, как остальных сестер». И она надела русалочке на голову венок из белых лилий. Только каждый лепесток был половинкой жемчужины. А затем нацепила ей на хвост целых 8 устриц в знак ее высокого сана. «Да это же больно!» — сказала русалочка. «Чтобы быть красивой, можно и потерпеть», — ответила бабушка. Ах, как охотно сняла бы русалочка все это великолепие и тяжелый венок! Цветы с ее грядки пошли бы ей куда больше. Но ничего не поделаешь. «Прощайте», — сказала русалочка и всплыла на поверхность моря. Повсюду на снастях и реях сидели матросы. Русалочка подплыла прямо к окну каюты и заглянула внутрь сквозь прозрачные стекла. Там было множество нарядно одетых людей, но краше всех был молодой принц с большими черными глазами. Ему, наверное, было не больше 16 лет. Вскоре корабль стал набирать ход. Один за другим распускались паруса, все выше вздымались волны, собирались тучи, засверкали молнии. Надвигалась буря. Матросы принялись убирать паруса. Корабль, раскачиваясь, летел по разбушевавшемуся морю. Волны вздымались огромными черными горами, норовя перекатиться через мачту, а корабль нырял, словно лебедь между высоченными валами, и вновь возносился на гребень восходящей волны. Русалочке все это казалось приятной прогулкой, но только не матросам. Корабль стонал и трещал. Вот подалась под ударами волн толстая обшивка бортов. Волны захлестнули корабль, перелопались.
переломилась пополам, как тростинка мачта, корабль лег на бок, и вода хлынула в трюм. Каждый спасался как мог. Русалочка искала глазами принца и увидела, как он упал в воду, когда корабль развалился на части. Сперва она очень обрадовалась, ведь теперь он окажется на морском дне. Но потом она вспомнила, что люди не могут жить под водой, и что он приплывет во дворец ее отца только мертвым. Нет, он не должен умереть! И она поплыла между бревнами и досками, совсем не думая о том, что они могут ее раздавить. Она то ныряла глубоко, то взлетала на волну и, наконец, добралась до юного принца. Он почти уже совсем выбился из сил и плыть по бурному морю уже не мог. Руки и ноги отказались слушаться его. Прекрасные глаза закрылись, и он умер бы. Не явись ему на помощь, русалочка. Она приподняла над водой его голову и предоставила волнам нести их куда угодно. К утру буря стихла. Высокие пальмы. Сюда-то и приплыла русалочка с принцем и положила его на песок, так, чтобы голова его была повыше, на солнце. Тут, в высоком белом здании, зазвонили колокола. И в сад высыпала целая толпа молодых девушек. Русалочка отплыла подальше за высокие камни, торчавшие из воды, покрыла свои волосы морской пеной и лицо тоже, чтобы ее никто не заметил, и стала ждать, не придет ли кто-нибудь на помощь принцу. Вскоре к утесу подошла одна молодая девушка и сперва очень испугалась, но тут же собралась с духом и позвала других людей.
Русалочка увидела, что принц ожил и улыбнулся тем, кто пришел к нему на помощь. А русалочке он не улыбнулся. Он даже не знал, что она спасла ему жизнь. Грустно стало русалочке. И как только принца увели в высокое белое здание, она печально нырнула в воду и поплыла домой. Теперь она стала еще тише и еще задумчивее, чем прежде. Сестры спрашивали ее, что же она видела впервые на поверхности моря, но она ничего им не рассказывала. Часто по утрам и вечерам приплывала она к тому месту, где оставила принца. Она видела, как созревали в саду плоды, видела, как их потом собирают, видела, как стал снег с высоких гор, но принца она так больше и не видела, и приплывала домой каждый раз все печально и печально. Больше никто. Разве что еще 2-3 русалки и их лучшие подруги. И одна из них знала принца. И даже знала, где находится его королевство. «Поплыли вместе, сестрицы!» Сказали русалочки сестры. И, обнявшись, поднялись на поверхность моря, где стоял дворец принца. Дворец был из светло-желтого блестящего камня, большими мраморными лестницами, а одна из них спускалась прямо к морю. Великолепные прозрачные купола высились над крышей, а между колоннами, окружавшими здание, стояли мраморные статуи, совсем как живые люди. Пусть только кто-нибудь из людей
полюбит тебя так, что ты станешь ему дороже отца и матери. Пусть отдастся он тебе всем своим сердцем, всеми помыслами сделает тебя своей женой и поклянется вечной верности. Но этому не бывать никогда. Ведь то, что у нас считается красивым, твой рыбий хвост, например, люди находят просто безобразным. Они ничего не смыслят в красоте. По их мнению, чтобы быть красивым, нужно иметь две неуклюжие подпорки. Ноги, как они их называют. Русалочка глубоко вздохнула и посмотрела на свой рыбий хвост. Yeah.
оказалась на скользкой лесной поляне, где кувыркались, показывая противное желтоватое брюхо, большие жирные водяные ужи. Посреди поляны стоял огромный дом, выстроенный из белых человеческих костей. Тут же сидела и сама ведьма и кормила изо рта жабу, как люди кормят сахаром маленьких канареек. А омерзительных ужей она называла своими цыплятками и позволяла им ползать по себе. «Знаю, знаю, зачем ты пришла?» — сказала русалочке морская ведьма. «Глупости ты задеваешь, ну да я все-таки помогу тебе на твою же беду, моя красавица. Ты хочешь избавиться от своего рыбьего хвоста и получить пару стройных подпорок или ног, как говорят люди. Хочешь, чтобы юный принц полюбил тебя?» И она засмеялась так громко и противно, что и жаба, и ужи попадали с нее и шлепнулись на белый песок. «Ну ладно, ты пришла в самое время», — продолжала ведьма. «Приди ты завтра поутру, было бы поздно, и я не могла бы помочь тебе раньше будущего года. Я изготовлю тебе питье. Ты возьмешь его, поплывешь с ним к берегу еще до восхода солнца, сядешь там и выпьешь все, все до последней капли. Тогда твой хвост раздвоится и превратится в пару стройных ножек, как сказали бы люди. Все, кто тебя увидит, скажут, что такой прелестной девушки они не встречали никогда. Ты сохранишь свою плавную походку. Ни одна танцовщица не сравнится с тобой. Тебе будет так больно. Ты будешь ступать, как по острым ножам. Твои ноги будут кровоточить. Вытерпишь все это? Да, сказала русалочка дрожащим голосом. Помни, сказала ведьма. Раз ты примешь человеческий облик, тебе уж не сделаться вновь русалкой. Не видать тебе ни морского дна, ни отцовского дома, ни сестер. А если принц не полюбит тебя и не сделает своей женой, твое сердце разорвется на части, и ты станешь пеной морской. «Пусть», — сказала русалочка, и побледнела, как смерть. «А еще ты должна заплатить мне за помощь, — сказала ведьма, — и я недешево возьму.
У тебя чудный голос. Им ты думаешь обворожить принца? Но ты должна отдать этот голос мне. Поставила на огонь котел, чтобы сварить питье. Наконец напиток был готов. «Бери», — сказала ведьма. А потом она отрезала русалочке язык. И русалочка стала немая, не могла больше ни петь, ни говорить. Возвращалась домой. Быстро проплыла она лес, миновала болота и бурлящий водоворот. Вот отцовский дом. Огни в танцевальной зале погашены, все спят. Она проскользнула в сад, взяла по цветку с грядки каждой сестры, послала своим родным тысячи воздушных поцелуев и поднялась на темно-голубую поверхность моря. Солнце еще не встало, когда она приплыла ко дворцу принца и присела на широкую мраморную лестницу. Месяц озарял ее своим голубым сиянием. Русалочка выпила обжигающий напиток, и ей показалось, будто ее пронзили мечом. Она потеряла сознание и упала замертво. Когда она очнулась, то почувствовала во всем теле жгучую боль. Перед ней стоял она потупила взгляд и увидела, что ее рыбий хвост исчез, а вместо него у нее появилась пара длинных, прекрасных белых ножек.
ее за руку и повел во дворец. Правду сказала ведьма. Каждый шаг причинял русалочке такую боль, будто она ступала по острым ножам и иголкам. Но она терпеливо переносила боль и шла рука об руку с принцем. День ото дня принц привязывался к русалочке все сильнее и сильнее. Но он любил ее только как милая, добрая
доброе дитя. Но сделать же ее своей женой и принцессой ему и в голову не приходило. А между тем ей нужно было стать его женой. Ведь если бы он отдал свое сердце и руку другой, она стала бы морской пеной. Тебя, мой маленький немой найденыш. Ты ведь не боишься моря, моя крошка? И принц стал рассказывать ей о бурях и штиле, о диковинных рыбах, что живут в пучине, и о том, что видели там ныряльщики. А русалочка только улыбалась и смотрела на него. Ведь только она одна знала, что находится на дне морском. Начались празднества, балы.
позвала, но принцессы все еще не было. Она воспитывалась где-то далеко в монастыре, куда ее отдали учиться всем королевским добродетелям. Наконец прибыла и она. Русалочка жадно смотрела на нее и не могла не признать, что лица милее и прекраснее она никогда не видела. Кожа на лице принцессы была такая нежная, такая прозрачная, а из длинных, темных ресниц улыбались синие кроткие глаза. «Это ты!» — сказал принц. «Это ты спасла мне жизнь, когда я полумертвый лежал на берегу моря!» И он крепко прижал к сердцу свою зардевшуюся невесту. Ах, как я счастлив! Как я счастлив, говорил он русалочке. То, о чем я не мог и мечтать, сбылось. Ты ведь порадуешься моему счастью. Ты ведь так любишь меня. Русалочка поцеловала ему руку. Казалось, вот-вот разорвется на части. Его свадьба должна была убить ее, превратить в морскую пену. В тот же вечер принц с молодой женой отплыли на родину принца. Как только смеркалось, на корабле зажглись разноцветные фонарики, а матросы стали весело танцевать на палубе. Русалочка вспомнила, как она впервые поднялась на поверхность моря и увидела такую же картину на корабле. И вот она понеслась в быстром воздушном танце. Все были в восторге. Так она не танцевала еще никогда. Ее нежные ножки резала, как ножами, но этой боли она не чувствовала. Сердцу ее было еще больнее. Она знала, что один лишь вечер осталось ей побыть с тем, ради кого она оставила родных и отцовский дом, отдала свой чудный голос и терпела невыносимые мучения, о которых принц даже и не подозревал. Лишь одну ночь оставалось ей дышать с ним одним воздухом, видеть синее море и звездное небо. А там наступит для нее вечная ночь без мыслей, без сновидений. И вдруг она увидела, как на поверхность моря поднялись ее сестры. Их прекрасные волосы больше не развивались по ветру. Они были обрезаны. Мы отдали наши волосы ведьме. Она дала нам нож. Прежде чем взойдет солнце, ты должна вонзить его в сердце принца. Тогда твои ноги срастутся в рыбий хвост. И ты опять станешь русалкой, вернешься на дно морское и проживешь свои 300 лет. Но спеши! Или он, или ты! Один из вас должен умереть до восхода солнца. С этими словами они глубоко вздохнули и погрузились в море. Русалочка подошла к шатру принца, приподняла пурпурную занавесь, наклонилась к нему и поцеловала его в прекрасный лоб. Затем она посмотрела на небо. Там разгоралась утренняя заря. Затем
Она посмотрела на нож и бросила его в море. В последний раз взглянула она на принца, бросилась с корабля в море и почувствовала, как она превращается в морскую пену. Над морем поднялось солнце. Thank you.